Бегали, подтягивались и стреляли. Ровно 5 дней юные патриоты со всего Приволжского округа соревновались в силе и ловкости в Оренбурге. Состоялась военно-патриотическая игра «Зорница-Поволжья». Борьба за победу развернулась нешуточная. Подробности у Юлии Важениной. Кросс на 1000 метров, эстафетное плавание, стрельба из пневматической винтовки, строевая подготовка, метание гранаты, тактическая игра на местности. Все это и многое другое пришлось осваивать юным армейцам. Финал военно-спортивной игры «Зорница-Поволжья» во второй раз в истории Приволжского федерального округа проводится в Оренбурге. Масштабный патриотический проект для молодежи и школьников объединил 14 команд из регионов ПФО. На полигон приезжала и команда из Чувашии. Третий год выступаем в группе «Зорница». Вот на следующий год уже «Орденок» будет у нас. Наши выпускники ежегодно, человек 5-6, поступают в вузы или в МЧС, там, ФСБ. Вот такие структуры у нас выпускников очень много. Мне это нравится, когда мои выпускники приходят после вузов с красным дипломом и заканчивают. О дальнейшем образовании и карьере в ведомствах ребятам на соревнованиях рассказали сотрудники МВД России и специалисты ГИБДД. Как оказалось, многие из участников серьезно нацелены на будущую работу в силовых структурах. Военная служба мне больше как-то нравится. Пойду в армию, после армии пойду программист, отучусь программиста, обратно пойду в армию. С техникой работать, электроникой. Нравится, спортивно, себя лучше чувствуешь, никак. За компьютером неохота сидеть, поэтому движение, жизнь. Я хочу поступить в МЧС, потому что благородная работа, спасать жизни обычных людей. Переходящее знамя военно-спортивной игры «Зорница-Поволжья» на этот раз досталось команде Оренбургской области. Победное очко в их копилку принесла стрельба с места. Второе место заняли ребята из Республики Башкортостан. Бронзу разделили юноармейцы из Пензенской и Нижегородской областей. А зорничники из Чувашии попали в десятку лучших команд соревнований. Юлия Важенина, Республика.